Женька, тут как тут? А, вот они, девочки. В прошлый раз мы были в этом торговом центре Эль-Рио. Хотела поснимать этих девочек, не успела. Быстро прошли. А, вот они. Кроп и Сансей. В прошлый раз я что-то там чуть-чуть поснимала. У меня кадры, короче, пропали. Вот тут, кстати, вот кроп. Классная такая одежда. Такая манячая. Я в каком мы были? Наверное, Сансей. Сансей, наверное, я была. Кроп, кстати, красивая очень одежда такая. Моднячая очень. Сансей прикольная тоже одежда. Пойдем? Такая там дизайн прям вообще такой классный. Заграничный. Кедо. А я думала, ты сядешь и скажешь, что кто это тут положила? Женька, ну что ж ты, какой вечно дурак. Ужин. У меня осталось на завтра одно место. На томат не похож, да? Нет, это грейпфруктовый. Ура! Поздравьте меня, я нашла. Всего 90 рублей стоит в ленте. Грейпфрукт 100%. Состав, я не знаю, не найду. Ну, такие вот вкусняшечки. Пожелайте мне приятного аппетита. Ням-ням-ням.